Очень хочется спать. Что? Прекрасно. И как ты спалась? Под камеру? Как ты спалась? Мне хорошо спалось. И где вот здесь спят? Вот его, ложа. Я кофе хочу. Еще чего? А что ты не на работе? Можно узнать? Время все. Время 7. Такое ощущение, как будто время уже 12, что проснулся. Бодрый, энергичный. Сейчас тебя плохо сплю. А? Плохо сплю. Плохо спишь? Почему? Так шлять начну. Я один раз приходил воду налить. Пить хотелось ребенку. Что поделать? Я сам прервал мой сон. А? Прервал мой сон. А ты прям спал хорошо, да? Когда? Я сплю плохо. Плохо спишь? На этом не делал. Блин, я вообще плакаться сплю последние скину. Я хочу выкусить эти выходные и спать, спать, спать. Уж реально здесь кислорода не хватает, блядь. Невозможно, блядь, столько спать. Ну, слышим эту теорию, теперь будет всем рассказывать об этом. Всем. Пока все не купил. Кого не купил? Каша. Кофе молоко есть? Думаю, нет. Думаешь, кисло? Нет, молоко и кофе не есть. А? Так либо спокойно было, пока 2 недели не выходил на связь, и тут начал, зачастил прям. Куда? В эфир. Че, какие у тебя планы сегодня? Работать. Работать? Удовольствие? И до пятницы. Ну, приснился, потому что я домой поехал. Ой, что зеваешь, Жень? Не знаю, что ты зеваешь. А ты не сам есть. А? О, кстати, разогрей, пожалуйста. Да. Точно. Точно, точно, точно. Между тем самым есть. Да реально, где энергия? Вообще нет энергии просто. Женя, если бы ты не бухал, когда я бухал? Бы встал. А когда я бухал ты последний раз? Ты бухаешь каждый день. Нахуй мы провожали, блядь, алкоголем, только эту Аню. Сама бы доехала без алкоголя, как прекрасно. Ну ты же не завершил на это, ты еще в субботу продолжал. Расскажи, я в субботу продолжал. Расскажи своим подписчикам. Я не продолжал в субботу, это ты продолжал в субботу, Сюша. Я не продолжал. Я спать лег вот этот какого. На лежаке.
Я выпил одну бутылочку пива. Игорь, разогрей димсам, пожалуйста. Микроволновку мне кинь. А? Микроволновку кинь, пожалуйста. Я не спрашиваю, будет пахнуть, а не будет, блядь. Будет вонять, побыстрее придешь на работу, блядь. Пластики прям тебе погреть. Полная запись. У девчонок наполовину все, у одной вообще одна запись, уже не полная. Жалуются, девочки, смотри. Я хвастаюсь, Да, блядь, ну почему 9 утра, блядь? Почему 9 утра? Ну хотя бы с 11. Чтобы я поспал. Был полон силы и энергии. У меня горит тело. Я прям чувствую, что я сгорел. А то прям кожа болит. Привет, новым родинкам. Девочка даже не помазался. Угу. Неси. Мало собьется. Да ты еще нажми тогда. Жи. Пошел. Что ты подписчики скажут? За твое хамское дело. Что оно хамское? Ну оно остановилось, ты не слышишь? Игорь. Да чеканутый, блядь, что ли? Блять, проси его, блядь, хоть что-то делать. Такой балбес, блядь. Он только в камерах ваших такой добренький, такой хорошенький, блядь. А что, нет, что ли? Ходит в платье. Платье. Че смотришь? Штаны напузыришь. Че? Я просто такой пушистый. Соус. Кетчуп бери. Нет, там был соус специальный к ним. Соевый, что ли? Специально. Жи, сейчас разольешь. Ой, фу, фу. Фу, блядь, это что нахуй за хуйня? Это какой-то, это вообще что-то вообще непонятное. Самый верный выход из ситуэйшена. Ну, он один сам, блядь, а что я, блядь, дарил по этому фигуре? Доброе утро, блядь. Завтраком? Хочу на работе поехать. Что, просто на работе много дел, много времени, блядь, свободного. Что ты можешь себе позволить поесть на работе? У меня нет такого. Я на работе вкалываю. Впахиваю, даже бы сказал. Ну такое. Может было вкуснее что-то. Наверное, на следующих выходных своих косметолог будет дома, только проколол лоб. Игорь, а ты поливаешь свои цветы или нет? А мне кажется, ты их потерял, да?
что разве этот красный цветок был такой ущербный? Тут цветы. Покупал на Новый год. Но мне кажется, что уже этот деревце снизу подгнивает. Или... Рождественский цветок, он теперь до следующего декабря, по-моему, ничего не будет. Что это он приходит. Серьезно? И то, смотри, сколько зеленых ростков. Где? Ну, у нас есть сколько зеленых цветов, но это вообще... А, я думал, ты елку посадил рядом. Ого! Нифига себе. Ого! Он же теряет что-то там зеленого. Женя, камера выше. Значит, если у вас нет лейки, берите спортивный, этот самый, как он? Шейкер. Шейкер. Из него очень надолго поливать цветы и наполнять утюг. А я потом протеин пью, да? Чё, заразник пускай. Бля, надо этого выпить, адреналина. Через два дня работаю, понедельник, вторник, всегда отдыхаю. Потом работаю четверг, пятница, суббота, воскресенье отдыхаю. Игорь, я отдыхаю в воскресенье. Может быть, субботу что-то намутить? А? Никуда, да, не съездить? А? Какой ты ЗПЛС? А что там? Все. Будем собираться на работу. Да, энергии ноль, просто ноль. Да потому что сейчас пойдет спать. Часов бы поспал бы еще. Все надо льдом умыться. Я вам покажу, как я это делаю. Чтобы вся отечность ушла. Иногда помогает. Но не всегда. Смотрю на... Отели. Дети пальмы. Отели. Полно. Смотрю и думаю, вот там у меня был, вон там. Вот там у меня был знакомый друг. Там была дальше Анька Семенович. Там был еще там чувак один. И все уже уехали. Я смотрю на эти отели, они как будто бы опустили без них. Все уже дома, в Москве сидят давно. Помните, у матери дом, у
душ и на работу. Это вы всего в туалете, в том Игорь. Надо умыть после зума. Сразу просыпаешься. Сплю в ванну. Ну, без вас, конечно.